Олена Троян, голова громадської організації «Трон». Кінологічною справою займається більше 35 років. Знає все про догляд та дресирування собак. Лариса Бояринцева – власниця середньоазіатських вівчарок. Доброго ранку вам! Дякую, що таки завітали і не з порожніми руками, скажімо так. А хто в нас сьогодні є? Оце хто? Я прям закохалася з першого погляду. Ну, це у нас середньоазіатська овчарка, Алабай. Це вона ж маленька, да? А це? І це теж. Це вона була така велетенська. Ну, може, не така. Це у нас уральський медведь. З Урала мальчик этот приехал. А це московські крові, у нас такий туркус. Туркус – це чотириглазий такий щеночок у нас. Их баи себе вечно оставляли, вот когда у них четыре глаза, это очень круто считалось. Ну. Как говорится, четыре глаза – это как охрана Аллаха. Ого, зрозуміло. А ще я дивлюся, сьогодні з нами ефір будуть проводити черепашка, так? Да, черепашка Машка. Вот, у нее сейчас спячка, ее бедную разбудили, она вообще не поймет вообще, что происходит. Це, мабуть, для тих людей, які полюбляють, ну, не дуже полюбляють доглядати тварин, мабуть, черепашки, чи ні? Да, это очень удобная черепаха. Мне, например, она нравится, потому что она молчит. Тобто ви багато говорите, вона вам заважає, чи навпаки? Раз у Лени Михайловны дома 12 собак і одна черепаха. Зрозуміло, зрозуміло. Ну, не считаю, что у меня вот еще три кошки. Вот, голубь, которого мы нашли, потом у меня еще рыбки, карась, который живет уже больше 5 лет, вот, обыкновенный речной, ну и у меня очень много растений. Кажется, что собаки не могут жить с котами, я так дивлюсь, что это миф. Конечно, у меня, допустим, Ку-Ку, она у меня хозяйка положения, она всех моих собак строит, к ней лишний раз никто не подойдет, то есть она там самая главная, но она и старая, ей уже больше 13 лет, так что точно сколько возраст, я не как все говорят, что она старше, мне кажется, что ей только 13. Вот. А ты специально показала самую старую кошку, что она так долго у тебя живет. Такая маленькая. Ну, она маленькая, у нее очень... Она очень породистая. Это калуровая черепаха, веслоухая. А кого би порадили заводити, якщо людина живе в маленькій квартирі? Тому що, я так розумію, таку собаку в квартирі не можна. Дворовые пси. Я хочу сказати, що, в принципі, не ограничено, як говориться, количество животных. Главное, щоб був достойний уход. Якщо, допустим, квартира маленька, вот у мене, в принципі, небольшая квартира, но самое главное – це выгул. То есть, если вы хорошо выгуливаете свое животное, то оно не нуждается в объемах, апартаментах таких, як там. А скільки зазвичай потрібно вигулювати? Тому що в мене, наприклад, є французький бульдог, який на вулицю вийшов, всі свої справи одразу зробив, і ми одразу до хати. Чи правда? Ні, вам треба півтора часа з ним гуляти. Якщо зимою, є таке предостереження, щоб собака не простудилась, то есть вона через лапи може собі поймати різні неприємності. Ну, короткая шерсть, это одеть можно, это не так страшно. Вот, тапочки тоже такие специальные. Но надо просто часто и понемножку выводить. То есть вот раз 6 в день вы должны гулять хотя бы минут по 30. Вот так вот. Только все в бегом. Потому что если собака будет стоять на месте, вот, то она замерзнет. Если она в движении, то никто не замерзнет, даже человек. Если он двигается, ему жарко. Точно даже и собаки. Якщо до великих тварин, то их можно тримати. Это уличные животные. Ну, я специально привела собак, которые живут на улице. Хотела обратить внимание сейчас, чтобы люди, которые еще не успели будки свои утеплить, которые не успели соломы постелить, сделать коврик входной в будку, которые забывают, может быть, воду наливать, собак надо все-таки поить. Да, за этим надо следить. Вот, я еще хотела на это обратить внимание, на тех собачек, которые живут на улице. Вот такие вот большие охранные собачки. То есть не надо за них забывать. Вот, зашел в дом, сейчас же холодно, и забыл за нее. Они тоже у нас очень любвеобильные. Кімната у нас завжди просто на виду. Да, любое животное, даже вот, допустим, все с меня смеются, а я говорю, что у меня даже мои растения, если я с ними не разговариваю и их не люблю, вот, то они у меня начинают погибать.
Поэтому каждое существо живое имеет свою энергетику, и мы даем им, они дают нам. Но они дают нам больше, вот, чем мы. Мы как больше люди, как ответственные, там покормить, все, этого недостаточно. Я знаю, що тварини і заспокоюють, покращують настрій, так? Конечно. Завжди дарують приємні враження, ну, майже завжди. Бо я знаю, як свою собачку я залишу вдома і щось неправильно покладу, то це вже все. Можна попрощатися. Собачка приучають, і кошечка, і собачка приучають всіх к порядку. Приучити, к порядку. Він просто маленький. А на вас приучають к порядку. А щоб ви не оставляли провода, щоб ви не оставляли свої віщі. Вот. Тобто собака моментально все розставляє на свої міста, і ви становитесь дисциплінованими. Ага, тобто, я так розумію, можна і дітям придбати собаку, так? Я только хотела сказать, что надо все-таки при сегодняшнем воспитании детей, компьютеризация и все такое, телефоны мобильные постоянно, надо просто покупать животных, вот, деткам, и тогда оно им помогает работать над собой, понимаете, быть за кем-то ответственным, ответственным, да. Даже убирать за собаками, кормить. Полторы годины гулять, ботинки не должны выйти. Ну, я хочу сказать, допустим, у меня, допустим, внук, он, у него очень долго прожил хомяк, который столько не живет, понимаете, то есть это немаловажно, пусть даже будет маленькая, хомячок, та же рыбка, которую надо, допустим, покормить, там, почистить аквариум, то есть это тоже ответственность. Поэтому за ту же птичкой, то есть помимо того, что она там вам поет песенки, надо у нее ее вовремя покормить, вовремя убрать, потому что вот птица требует перестанет себе, спевать, да, не то, что перестанет спеть, она может по иншему заспевать. Да, да, да. Поэтому это очень большая ответственность. И у меня, допустим, дети, они выросли всегда, ну, животными. То есть я могу сказать, что они у меня ответственные. Я знаю, что вы завжди, ну, знаете, спілкуєтесь з багатьма видами тварин взагалі. Що зараз в моді? Що зазвичай купують? Ну, в основному приобретають ілі охранних собак для частних дворів, ілі ж, допустим, кошек, так як їх не треба вигулювати, ілі мілкі породи, тому що вони теж, ну, мінімально затрачують час на той же вигул. Ну, у кожному своє, ви розумієте, хто увлікається рибками, вот, хто увлікається там пауками. То есть это, ну, такое каждому свое. Можна навіть додати, що ось я, наприклад, раніше думала, що я, ну, не дуже люблю тварин, але от придбали маленького французького бульдога. Я думала, що не зможу навіть спати, бо вони хрюкають, хриплять і так далі. А зараз як мені приємно слухати, як вона сопить. Животные, они нам дарят свою энергию. И они нам даны планетой нашей, землей, чтобы мы от этого получали удовольствие. Но, к сожалению, не все люди могут открыть свое сердце животным так, как надо, понимаете. Мы очень много видим обиженных, брошенных собак, котов. Пожалуйста, люди, когда вы берете щенков, очень ответственно относитесь к этому. Мы, да, мы заводчики, мы вот выращиваем наших, наших щенков, и мы влаживаем в них душу, сердце, энергию свою, и мы хотим, чтобы они всегда попадали в лучшие руки, понимаете, и когда потом видишь на улицах брошенных животных, ну, и даже, не важно, пусть это будет не только собака высокопородная, дорогая, пусть это даже будет бобик уличный, но он тоже живое существо. И когда вы ходите в магазин, обязательно покупайте какую-то булочку, выйдите, покормите какую-то собачку. Сейчас очень холодно, коты могут залезть в подвал, спрятаться, а собачки бедные бегают, и вот им холодно. Все, побігли, побігли, побігли. Вони зараз вони почнуть гратися. Ага, а це нам якраз. Слухайте, вони будуть вдвоєм, вони хоч покажуть, як вони вдома себе ведуть. Це маленький щеночок, дівчинки 2 місяці. Зараз вона з'їсть травку. Не з'їсть, вона нам ще потрібна. Ну що ж, тут на такій ноті мені хотілося одразу згадати маленького принца, де сказано, що ми відповідальні за тих, кого приручили. Так. Да, конечно. Да. Потому что мы человек, мы, как говорится, разумные, поэтому если мы заводим такое существо, мы должны понимать, что оно живое, что оно, как говорится, ходит в туалет, оно кушает, оно болеет, поэтому мы должны нести полностью всю ответственность за тех, кого мы приучили.
і цікаво за ними дуже спостерігати. Ой, це море удовольствия. Це ж, мабуть, окрема тема. Да, це окрема тема. І можна багато цікавих історій взагалі згадати. Дякую, що до нас завітали. Я сподіваюся, що глядачі, які бачили наш сьогоднішній ефір такий жвавий, я навіть трошки переживаю, чи зможу я таку велику собаку втримати. Ще такої великої я не бачила, наприклад, трішки моторошна, вона така добра. Добра, чим більша собака, тим вона добріє. Ну, маленькі також добрі, ну вони просто, мабуть, жвавіші якісь. Вони постійно, може бути, да, постійно в русі. Це щенок, ви знаєте, як? Джерік, іди сюди. Якби, це ще щенок, тому вона така живенька. Дівочка. Да. Ну що ж, друзі, якщо ви вирішили собі, подивились на нас і вирішили собі придбати ось таку тваринку, маленьку чи велику, пам'ятайте, що ми відповідальні за них, і кого б ми не придбали. Навіть черепаху. Так, так. Навіть черепашку, і рибку, і канарейку, ну будь-якому разі. Ми за них відповідальні.